друзья, давайте я вам сейчас покажу, что такое багажник Mercedes. Mercedes 211. Это очень интересно, потому что здесь есть такая одна волшебная кнопка, которая, наверное, есть не у всех, не во всех машинах. В общем, ну, во-первых, чем этот багажник отличается? Тем, что здесь есть кнопки, которые отвечают за закрытие багажника и за блокировку машины. То есть, если, например, вам хочется закрыть багажник вместе с блокировкой машины, нажимаете сюда, и машина сразу же нажимаем, она закрывается, и она сразу же блокируется. То же самое, здесь в этой машине есть система бесключевой доступ, поэтому можно не нажимать на брелок. Когда нажимаем на эту кнопку, то тогда просто багажник закрывается. Все очень просто. Раз, закрыли. Теперь, что я хотел вам показать, самое интересное. В каждом багажнике для безопасности есть какая-то ручка, которая позволяет открывать багажник изнутри. Так вот, в Mercedes эта система сделана очень интересно. Ее вообще не видно. Не видно, где она. Но ее видно, когда ты залазишь в багажник. О май гад, как это можно сделать? И надо попробовать закрыть его. А ну-ка. О май гад. Вот она кнопка, видите? И он видит, что здесь есть человек, и она не закрывает. Какая умная машина. То есть смотрите, вот она кнопка для безопасности. То есть если вы хотите, чтобы машина открыла вам багажник, нажимайте на эту кнопку. Она мигает. Она находится в багажнике, и она всегда мигает. Вот, пишите обязательно в комментариях, если у вас такая кнопка. Ну, очень прикольная кнопка. Опа, открывает. А теперь предлагаю вам посмотреть небольшой обзор на багажник. Здесь просто лежат какие-то вещи. Интересно, лежит диск. Этот диск предназначен как раз навигационная система. И здесь он уже вставлен, конечно же, потому что машина работает с навигацией. И здесь написано, что, пожалуйста, не вставляйте этот DVD-диск в CD-слот. А вставлять его нужно. Вставляйте его именно в багажное отделение. Сейчас покажу, куда. Вот, пожалуйста, у нас есть вот такое отделение. Открываем его. И здесь у нас есть тоже такой CD-чейнджер. Но это исключительно для диска навигации. А, машина. О, смотрите, оригинальный диск. Для Северной Америки и Канады. И здесь стойка с предохранителями отдельно. Это все закрывается. Все это очень хорошо видно. Здесь подсветка, все есть. Подсветка сверху, подсветки по бокам. И давайте посмотрим. Это складывание сидений задних. И здесь можно открыть и посмотреть, что у нас есть в багажнике. Кстати, если вы не знаете, то эту штуку можно цеплять вот сюда. Как раз зацепили, и все. Что у нас есть в багажнике? Здесь какой-то отсек для чего-то. Монтировка. Это упор под заднее колесо. И домкрат. Ручной домкрат. Потом вот эта система. Это какой-то отсек. Здесь просто можно что-то хранить. Все чистенько, аккуратненько. Но если мы его открываем, чем как-то это вот так открывается, поднимается. И здесь у нас почти докатка. Но это не докатка. Это покрышка. Просто она уменьшенная покрышка. Если размер покрышек обычно один, здесь стоит у нас 155-70 R17. Ух ты, интересно очень. Конечно, у нас стоит здесь аккумулятор, сейчас чуть-чуть идет дождик, поэтому нужно очень быстренько вам показать этот обзор. Что у нас здесь?
Lake Mary, Флорида. Здесь у нас тоже стоят какие-то провода, кабеля. Все аккуратненько, все чистенько. Ладно, теперь все это закрываем. Все заправилось. Это положили сюда. Опускаем. Пишите в комментариях, какая у вас комплектация. Обязательно заходите на канал, смотрите другие видео об этом Мерседесе. Любуйтесь, наслаждайтесь, кайфуйте, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.